У 4 разы скараціліся выкіды шкодных рэчываў у паветра за апошнія 20 гадоў на Магілёўшчыне. Пра гэта паведамілі ў Магілёўскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Калі яшчэ ў 1990 годзе гэты паказчык складаў каля 180 тысяч тонн у год, сёння 48 тысяч тонн. Што насамрэч сёння пагражае нашаму паветру, высвятлялі нашы корэспандэнты. Пункт системы моніторинга навокольного осяроддя. У обласним центрі таких 6. 2 з них автоматичні. Інформація об утриманні шкодних речів у повітрі у режимі реального часу відправляється на комп'ютер Могилёв облгидромета. На остатніх спеціалісти 4 рази на день відбирають проби для хімічного аналізу повітря. Основные загрязняющие вещества, к ним относятся твердые частицы суммарно и твердые частицы размером менее 10 микрон, значит, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы. Кроме того, мы контролируем содержание специфических загрязняющих веществ в воздухе. К ним приоритетные из них это формальдегид, сероводород, сероуглерод, метиловый спирт. Информация по каждым факте повышенного утримания того или иного речива у поветра передается у организации аховы здоровья и комитет природных ресурсов. По оперативной информации, с початку года на предприятиях в области выявлено 9 фактов перевышения нормативов по выкидах шкодных речевов у поветра. Зафиксировано в этом году превышение по диоксиду азота и оксиду углерода были выявлены превышения. Ну, то есть это те вещества, которые характерны для топливосжигающих установок. За эти превышения, естественно, были применены предусмотренные законодательным штрафные санкции. Рассчитан вред, причиненный окружающей среде. Для мінімізації викидів шкодних речовин промисловці укороняють систему газоочищальних установок. Источники выделения выбрасывают при производственной технологии, они выбрасывают пыль вот эту, да, древесную пыль, которая благодаря установленным газоочистным установкам, она в них улавливается, после чего она может быть повторно использована для технологии. Экологи отмечают, что концентрация шкодных речевов у поветры носит сезонный характер. Частей перевышений по пэўных показчиках назираются у весенне-летний период. И тычется это у основным центральной частки Могилёва. Справа у тым, что доля предприемства у агульным объеме выкидов шкодных речевов у поветра складает 28%. Остатние 72% это выхлопные газы автомобильного транспорта. Катерина Балукова, Александр Артемьев, Новини регион.